Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать колорадского жука. Колорадский жук или картофельный листоед – это вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства посленовых, а именно картофелем, сладким перцем, томатом, дерезой, баклажаном и белиной, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства. Жук среднего размера достигает длины до 12 мм и ширины до 7 мм. Тело у него овальное, сильно выпуклое, блестящее, желто-оранжевого цвета. Передняя спинка с черными пятнами. На каждом надкрылье по 5 черных полосок. Перепончатые крылья хорошо развиты, и с их помощью колорадские жуки совершают длительные перелеты. Первые серьезные повреждения картофеля колорадским жуком были отмечены в 1855 году в штате Небраска. Однако свое название он получил после того, как в 1859 году появился на картофельных полях в штатах Колорадо. Всем приятного просмотра! Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.